за 7 дней Верховный Совет не откликается, он принимает силу закона немедленно. Отчет о встрече Ельцина с журналистами Останкиной вы увидите в четверг по Первому каналу в 22:10. В предварительной повестке дня встречи глав государства СНГ в Бишкеке 35 вопросов. И это делать ее самой насыщенной за всю историю Содружества. Принципиальная дискуссия, видимо, разгорится вокруг идеи о создании централизованных структур СНГ. Наш корреспондент сообщает о негативной реакции на такую идею Туркменистана. На предстоящей встрече глав государства СНГ в Бишкеке Туркменистан намерен выступить против создания в рамках Содружества какой-либо взаимозависимой коллективной системы. После нескольких десятилетий жизни в условиях диктата центра мы, наконец, как заявил недавно президент Ниязов, хотим стать хозяевами в своем доме. А тот же проект устава СНГ подразумевает образование жесткой межгосударственной структуры и применение санкций за невыполнение уставных положений. В то же время вопрос о выходе Туркменистана из состава СНГ пока не ставится. Содружество может существовать, как считают республики, но на иных принципах, когда страны-участницы обмениваются опытом и практикой решения политических, экономических и социальных задач, взаимодействуя строго на двусторонних началах. Руководство республики готово, в принципе, подписать соглашение о создании единого информационного пространства, но только после тщательного изучения предложенных документов. Столицу Кыргызстана приводит делегация во главе с председателем Меджлиса парламента Мурадовым. Туркменистан не одинок в непринятии самой идеи создания в СНГ наднациональных структур. Инициатива президента Казахстана Назарбаева о создании консультативно-координационного совета СНГ, похоже, не очень популярна. В кругах близких к российскому кабинету полагают, что соглашение об этом совете как подобие единого правительства СНГ в Бишкеке подписано не будет. По другим вопросам шансы найти в Бишкеке к согласию существуют. В Бишкеке прошел совет руководителей военных ведомств 11 бывших советских республик. Отсутствовали представители Грузии и трех прибалтийских государств. Маша Шамшина сообщил, что на заседании глав государств военные выносят три вопроса. Положение о главном командовании, концепцию военной безопасности и судьбу стратегических сил. Из Нью-Йорка в Алмату вернулась делегация Казахстана, которая участвовала в работе сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Али Назарбаев предложил созвать совещание по мирам доверия в Азии и создать на азиатском континенте структуру безопасности и сотрудничества по типу СБС и МКИО. Проходящее в Москве заседание Конституционного суда вновь заявился бывший генеральный секретарь КПСС Михаил Горбачев, который заслушал показания бывшего первого секретаря Российской Компартии Ивана Волоскова, который, по сути, подтвердил тезис Николая Рыжкова о том, что Российская Компартия была в период нахождения власти КПСС партии оппозиционной. Сегодня указ президента России здание, находившееся в пользовании Горбачева фонда, переданы в вновь образованной финансовой академии при правительстве России. Академия будет готовить кадры для финансовой банковской системы. Указ предписывает финансовой академии предоставить в Москве Горбачеву фонду одно из зданий на условиях аренды. В Москве министр иностранных дел Фредерик Клаус Киндер был принят президентом России Борисом Ельцином. Затем он встретился с главой парламента России Русланом Хасбулатовым. На пресс-конференции после переговоров Киндер сказал, что Германия и впредь будет надежным партнером России и будет помогать ей большинству своих сил. Сегодня парламент Азербайджана выступил против вступления республики в СНГ. Национальное собрание приняло решение не ратифицировать договор об СНГ, подписанный экс-президентом Азербайджана Муталибовым. Новое землетрясение зарегистрировано сегодня в Туркменистане, именно в тот день, когда в столице республики проходил день памяти жертв Ашхабадского землетрясения 1948 года, когда оно унесло десятки тысяч жизней. На этот раз жертв и разрушений не от сил тачка в эпицентре в 180 километрах от Ашхабада достигло 6 баллов. В Абхазии люди в последние дни гибли не в результате стихийных бедствий, а от других людей. Месть — это тоже стихийные бедствия. Сегодня вечером, однако, мы получили
СНГ, потому что дальнейшее пребывание в Содружестве приведет к полной зависимости Украины от Москвы. Второе требование. Сам Верховный Совет уже 13 октября должен принять решение о досрочных выборах нового парламента на многопартийной основе. Пока палаток на площади не так много, как 2 года назад, когда прошли студенческой голодовки, ушло в отставку правительства Масова. Но эта пока скромная студенческая акция может сработать как детонатор в более мощном взрыв-пакете, способном сокрушить нынешний парламент, для чего, собственно, и объединяются сейчас на Украине все оппозиционные силы. Как нам стало известно, в случае, если требования студентов не будут удовлетворены до 13 октября, они готовы начать подготовку. Сегодня в Грецкий разбился военный самолет типа «Мираж», причина катастрофы.
означает для нас